Всем привет, дорогие друзья и подписчики. Сегодня я снимаю 30-ю часть своего отпуска. Это часть юбилейная, так что можете в комментариях поздравить меня. В ней серии я немного поработал над расширением территории вокруг нашего дома. Сделал себе алмазный меч. Но это, в принципе, не важно. Там накопал достаточно много разных там булыжников, там, не знаю, всего такого. Также поставил вот здесь сундучки, которые у меня были. Вот тут дерево, которое я срубил, пока там копал, там все такое. Тут еще выросло достаточно количество. Также досеял пшеничу. Ладно, буду ее теперь пшеничей называть. Вот. Ну, в принципе, вот все, что я сделал в ней серии. В этой серии я хотел бы, не знаю, начать уже делать что-нибудь из Industrial Craft или из Towmany. А нет, стой, Towmcraft 3. Сейчас мне потребуется найти... Сейчас я, во-первых, сложно включу. Сейчас мне потребуется найти опоссумов. Именно опоссумов. Ну, точнее, спрутов. Просто я оговорился немного, поэтому решил немного подшутить. Так. У меня на канале, как вы уже видели, у меня есть конкурс на... Там... На Ivermedia, на всякие мишки клёвые, на всякие клёвые клавиатуры от Razer. Обошлось мне это все в 20 тысяч. Заказ я уже сделал. Ну, в течение 10 дней должно мне уже прийти. В принципе, вот. А что бы я еще хотел дополнить? Еще там будет разыгрываться один ключ Майнкрафт, как я уже в конкурсе сказал. Кто не смотрел конкурс, ссылка в описании будет, если я ее не забуду. Вот. Почему-то у нас тут спрутов поблизости вообще по нулям. А мне бы спрута, потому что спрут мне очень сильно нужен для изучения Towmcraft 3. Я вот не помню, где я в прошлый раз взял спрутов, но я думаю, сейчас надо будет по миру побегать. Блин, мне вот интересно, почему тут такое большое скопление всяких... ну вот этих вот. Воу, розовый дельфин. Меня кто-то бить начал. Кусаки тупые. Не люблю кусак. Так. Я вот помню то, что вот в той большой яме, там, где карьер копал, там спаунились как-то раз спруты, я их даже видел. Вот. Вау. 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 Это ж офигенно просто. Надо будет сюда почаще ходить, потому что тут вот разные всякие трупаки валяются. А это хорошо. Ну, для меня, потому что еда нужна всегда. Без еды как бы я бы вообще не прожил. Вы сейчас, наверное, задаете вопросом, почему я так редко начал делать выживание в, ну, вот, летсплей вот этот. Просто потому что, не знаю, как это назвать просто. Что-то вы, не знаю, как-то расслабились, что ли, то, что, ну, перестали лайки ставить, комментить. Ну, вот, в принципе, только из-за этого у меня, ну, нет желания снимать. Но все же я, чтобы вас порадовать, чтобы... Не знаю, как это назвать. Ну, в принципе, только то, чтобы вас порадовать. Вот я снимаю эти летсплеи. Ну, в принципе, мне самому это тоже интересно. Вот это всякий рендер там. Вот это, ну, всякая шняга. Ну, кто знает, тот поймет. Так, почему-то у меня как-то странно начал шуметь пробел. Надеюсь, это будет на записи не слышно.
Надо будет с собой батареи взять или по типу что-нибудь типа такого, что у меня зарядка садится в джетпаке. Это прискорбно. Да черт, а чем мне все? Спрут. И ты брут. Спасибо, что ты мне попался и дал мне вот эту вот шняшку. Так, сейчас надо как-нибудь разбиться. Хорошенечко. Все. Теперь надо найти там бутылочку. Точнее, ну, вы поняли. Так. Как она там, баночка, не знаю. Вот, все у нас есть. Одно перышко, вот это. Все. А это совмещаем вот в такой вот последовательности. Ну, вы поняли. Последовательности. И получаем вот такую штуку. Теперь нам надо сделать столики. Специальные магические. Вот так вот они делаются. Также сделаем еще магические верстаки. Так, разнести мы все вот в этой башне, которую я начал строить, но не докончил. Она как-то когда-нибудь будет завершена. Вот здесь вот мы будем, собственно, изучать все это. Так, куда бы мне их... Вот здесь вот и вот здесь вот будет магический верстак. А, ребят, мы продолжаем. Просто возникли маленькие неполадочки. Но я их исправил. Сейчас я уже нахожусь дома. В принципе, вот это все не разряжено. Ну вот, я нахожусь дома. Потому что... ну, я сначала не заметил, что неполадки произошли. Я продолжил дальше снимать. Но потом понял, что ничего не снимается. И поэтому вот сейчас я вот с вами. Ох. Как много мне все-таки ресурсов, угля и так далее. Это просто зашибись, если честно. Гос, что-то у меня совсем уже приседает. Ну, не будем заряжать по деньги, потому что это пустая трата времени. Сейчас мне надо найти... ну, вот доски немного возьмем. Бревна магические. Этот... дальше немного булыжника. Такой камень. Кстати, я поставил текстурпак. Вы, наверное, сразу же заметили, потому что это прям в глаза сразу бросается. Хороший текстурпак. Возьми и все. Может, это я, кажется, простудился или... Ну, или не простудился, не знаю. Черт. У меня кошка на экране. Черт, уйди, если вот ты сейчас на... Ну, все, она ушла. Я боялся, что она сейчас на клавиатуру наступит, что-нибудь выключит мне или вообще... И все стерется, и компьютер взорвется, и будет плохо. Так, надо... Нам, топ-том. Трикси. Я не знаю, что это такое, но... Что такое Трикси? Трикси, это, по-моему, какие-то феи. Или я что-то путаю. Кажется, я что-то путаю. Хотим мне срать. Кому срать, лайк. Я вообще не знаю, зачем я про это говорить начал. Так. Сейчас мне надо немного стекла, потому что там в башне стекла не доделаны. А мне желательно доделать стекла все-таки. Так. Я, кстати, поставил столик и жмакнул не той чернильной штучкой. Надо сейчас быстренько все переварить. Так, у меня что тут? Стекла пошли. Так. Вс.
максимум. Я думаю, 24 штук это будет более даже как достаточно. Потому что это в натуре много. Так, вот так вот. Так. Я, кстати, тут, похоже, что-то сделать хотел, потому что дырки, но я это уже не помню. Снимал эту серию, когда я строил башню, давно было. Так, сейчас мне еще надо волшебную палочку взять. Так. Я вообще вспомни, где она. А, точно. Вот в этом. Нет, не в этом. Вот в этом. А, вот палочка, вот там икон. Надо еще взять тут сундучки. Тут еще где-то были, вот. Так, ну и со следующей серии, я думаю, мы уже начнем хорошо изучать Stormcraft. Сделаем разные магические палочки, потому что с ними будет намного веселее. Там, не знаю, над подписчиками можно будет поиздеваться немного. Не знаю, еще что-нибудь поделать можно будет. Ну, там придумать можно будет. Вот у меня тут еще один магический верстак есть, но я не знаю, куда его прибомбахать тут. Может, в дом куда-нибудь вставить? Блин, вот меня новая штука YouTube бесит вот вообще. Теперь авторы разных, ну не знаю, даже не авторы, а те люди, которые захотят подать на меня, например, жалобу, те могут, например, подать, там не знаю, на летсплейщика какого-нибудь жалобу подать, и летсплейщика чисто смогут заблокировать из-за этого. Или, не знаю, или страйк дать, что еще хуже там. Ну, кто не знает, страйк это такая вещь, когда, ну, вот страйк дают просто, а там исключают из партнерской программы, но если страйк такой не очень важный, то не исключают. А если страйк все-таки... А нет, если набирается 3 страйка, то исключают из партнерской программы. Если один страйк дают, там, ну, деньги перестают давать за видео. Ну, или просто если, ну, как, подадут жалобу на ваше видео, то тоже перестанете получать деньги. А это как-то немного прискорбно, что ли. Я, конечно, не ради денег снимаю, но просто, я не знаю, просто вот деньги свои, вот, которые я зарабатываю честно на YouTube, они просто переходят к каким-нибудь, не знаю, там, алкашам, они потом на эти деньги спиваются где-нибудь там, не знаю, покупают там, не знаю, чем-нибудь. Например, там, ну, не знаю, там, бар скупили, например, набухались там в дерьмо потом, не знаю, бомжами стали, им все равно эти деньги мои идти будут. Вот. Такой, не знаю, жизненный пример. Что у меня в жизни этого не было, но... Я думаю, все так и происходит на YouTube вообще, и... Как назвать-то? Ну, вообще в жизни. Просто YouTube уже как-то зажрался. Ну, в принципе, я их понимаю, вот этот YouTube, который создал... такую штуку, как... Как называется... сейчас я даже... Сейчас быстренько на телефоне посмотрю, у меня приходил смс к там. Ну как рассказывали об этом. Ща. А, нет, все, я не смогу найти. У меня на телефоне обновилась. Вот эта база сообщений, у меня сейчас плюс 990. Точнее, 90. Вот, какая-то такая штука прикольная получилась, может тут стекло поставить, думаю. Дополнительное освещение будет. И причем даже ровно посередине, а это просто офигенно. Я как будто прям так и хотел, хотя я этого не хотел, но в принципе так и хотелось. Бы. Ну почти посерединке. Вот сейчас еще вот здесь надо убрать вот эту вот штуку. Вот так вот. Все. Что бы еще сделать? А, не знаю, может вам рассказать. Вот недавно в Steam я купил
Гаррис Мод, Just, сейчас вспомню, Just Cause 2, там очень клёвый мультиплеер. Ну, в принципе, и в этом Гаррис Мод клёвый мультиплеер. Вот, как думаете, заснять ли мне по этим играм каким-нибудь летсплей, что ли, не знаю, там, какие-нибудь прохождения? Ну, короче, в комментариях напишите мне, чтобы я знал, хотите ли вы это или нет. И в какой-нибудь день я засниму летсплей, например, там, не знаю. Или просто как я фанюсь с подписчиком, например. Или с другом, не знаю. Короче, кто захочет, с тем пофанюсь. Так, надо посмотреть, розовая овца жива? Да, она жива. Жива и прелестна. Меня это радует. Так. Ну, прям четко посередине. Ну, почти четко. Тут еще один слой надо будет убрать. Но, в принципе, и так сойдет. Сейчас надо наверх тут сделать вот такие вот. Нет, даже не такие, а вот такие прекрасные ступенечки. Чтобы было удобно спускаться, подниматься и так далее. И две замечательные двери, которые будут защищать наш дом от преступников. Так, сейчас. Быстренько. Так, и вот здесь вот, пожалуй, и давай вторую дверь. И здесь, и дальше вот здесь вот, нет. Их надо переставить быстренько. Ночь, сейчас опасность. Террор, преступление и так далее. Так, все. Поднимаемся. Надо будет сейчас в ад сходить. Нам нужен глоустон. Глоустоун. Вот так вот. Вот так вот. Так, что я хотел, все вспомнил. Поехали наверх. Очистить инвентарь надо. Черт. В этот средний сундук все заполнен. Все уберем, точнее. Вот так вот. Все это все ставим. Так. Кстати, у меня есть вот такая вот идея малюсенькая. Не, даже не так вот. Так, он что-то подлагит рядом с порталом. Вот такая у меня идея возникла только что прям. Так, нет. Криво не есть хорошо. И вот, нет. Вот так вот все. Думаю, выглядит красиво. Ой. Воу. Ого. Откуда так много разных животных? Эпично получилось немного. Ну, немного. Совсем малость. Нам, кстати, еще надо будет ифритов найти, потому что я недавно выяснил то, что от ифритовых стержней можно печку топить. Я этого раньше, честно, не знал. Это очень круто. Вот так вот все. Так, надо будет крепость найти, прям вообще жесть, как крепость нужна. Еще надо немного вот этого песочка накопать, нам, наверное, понадобится. Хотя я не знаю для чего, но... А, точно. В Таункрафте есть такой аспект, который принадлежит только этому песку, который очень нужен и почти во всех изучениях, которые будут у меня в дальнейшем. Ну, в принципе, вот. Ну, блин, но эти текстуры просто красят игру, вот честно. Мне нравится так, с ними вообще не лагает. У меня даже с дефолтными текстурами 40 FPS, а с ними у меня вот 60. И это хорошо. А вот сейчас подлагивать ничего. Вспомнил говно, вот и оно, как говорится. Все, стак целый накопали.
Так, я вот не знаю, в какую крепость мне идти искать этот сраный... Как его там, уже забыл опять. Так, вот это соберем сейчас. А, крепость, вот. Вспомнил только что. Сейчас все разрушим тут быстренько, потому что Glowstone нам нужно, чтобы освещать разные такие здания, которые у нас, например, дом осветить, чтобы было красивее за место этих факелов. Не знаю, там что еще можно осветить. Ну вот эту башню нашу для изучения Таумкрафта тоже можно осветить. Хотя может эту башню, ну ту, которая для изучения Таумкрафта, мы ее осветим специально такой вещью, которую можно сделать в Таумкрафте. Можно либо свечками, либо я не помню, как она честно называется, но такой, который мы уже делали с Теренсом, или я один делал, я не помню. Ну, в общем, такой желтый такой кружок, можно даже так сказать, который светится ярко, который у нас еще забаганул в одной части, таким стал визуальным. Так, ну я думаю, тут что-то крепости нету как-то. Это прискорбно. Но все же полететь нам надо, и крепость нам надо найти стопудово, чтобы потом убить. Кого? Правильно. Я не помню кого. Как всегда. Всегда все не помню. Вот что я за человек, а? Постоянно ничего не помню. Вот хоть убейте. Горло першит, это еще немного плохо. По-моему, даже ифритовая палочка, это как ведро лавы горит она. Так, я сейчас хочу сделать немного мультикор. Теперь у нас прогружаться чанки будут быстро. Но я думаю, из-за этого мне сейчас будет лагать. Ну, в принципе, не так уж сильно. Ой, не-не-не-не. Ой, что-то. Ой, подвис. Ой, 0 FPS. Не-не-не, надо убрать, это плохая фигня. Лучше на дефолт поставим. Я вот сейчас не знаю, куда мне сейчас идти. Сейчас соберем вот этот еще Glowstone. Он нам понадобится, как я вам уже объяснил для чего. Так, чтобы вам интересненько такого рассказать. Кстати, спасибо Насте, которая нарисовала мне арт по моей просьбе, который я просил в 28 серии или в 29. Но никто, кроме Насти, не нарисовал мне арт. Все какашки. Все. Настя, молодец, все какашки. Кстати, Настя теперь мой модератор в группе ВКонтакте. Я, как, не знаю, он просто вам сообщил. Так что по вопросам можете обращаться еще и к ней, и к Теренусу, и ко мне. Все они мне, если что, передадут. Если не передадут, то не передадут. Если это как-нибудь будет важно, то они мне обязательно передадут это. Вот, как бы. Ну все, вот эту штуку дорушили. Надо сейчас домой, что ли, идти, потому что... О! Ее ж тут не было! Я что, я такой слепой, что ли, я не пойму? То, что я даже не заметил ее. Или, ну, я не знаю, я слабок. Я уже хотел домой, я уже хотел сдохнуть, ребят. Вот если бы я сейчас сдох и не заметил бы эту башню, это был бы просто фейл. Я бы, я не знаю, я бы не знаю, что сделал бы. Ну, я просто не знаю. Ну, не знаю, короче, что бы я сделал. Все, проехали, короче. Надо будет собрать еще вот такого красивого камня. Он с этими текстурами просто вообще великолепен. Нам еще надо адские бородавки. Как только вспомнил о них, так сразу нашел. Вот я человек хоть и забывчивый, но везучий. Постоянно вот о чем-нибудь подумаю и так сразу все нахожу. Вот и еще. А некоторым вообще не попадаются эти штуки. Некоторые вообще просто тупо найти их не могут.
Так, я думаю, я сейчас немного ускорю. В то время, как я ускорю, я буду добывать вот этот камешек. Хотя нет, лучше я не буду ускорять. Потому что я боюсь, если подставлю какую-нибудь песенку, меня потом еще заблокируют на YouTube или того хуже, не знаю, бан дадут навсегда. Это будет вообще очень жестоко. Хотя меня сейчас, в принципе, заблокировать мало кто может, потому что страйков у меня на канале нету. Но вот, кто их знает, может, они и смогут меня заблокировать. Ну, давайте просто так сейчас подобываем, что ли. Просто вот сейчас будем идти и добывать. А пока не знаю, о чем-нибудь поговорим, что ли. Ну, нет, так даже я не знаю, о чем говорить. Вам ничего не приходит. Надо будет хотя бы стак такого камешка набить. А нет, я еще знаю, каким путем можно получить этот камень. Так что, когда домой придем, я сделаю такой камень. Надо только, ну, вот этого камешка накопать. Надо где-то стаков 5 такого камешка, и мы сделаем много себе такого блока, вот такого вот. Если я не ошибаюсь, в принципе. Хотя я могу и ошибаться. Так, вот тут. Так, тут я был, вон там вот не был еще. Мне сейчас надо спаунеров фритов найти, немного понабивать этих палочек и фритовских. Ну и, собственно, мы пойдем домой, потому что цель будет выполнена. Так. Так, 5 секунд. Или нет? Хотя нет. Передумал. Ну блин, ну вот где эти ифриты? Вот когда они не нужны совсем, находишь спаунер, а когда очень сильно нужны, вот тогда вот вообще хрен найдешь. Вот у кого так же бывает, вот просто возьмите и поставьте вот так лайк прям, вот палец вверх, вот возьмите себе палец, если он у вас не сгибается, можете его сломать и не знаю себе, ну, вверх поставить, короче, его. Ребят, мы продолжаем просто. Блин, ну неполадки, вот задолбали немного. Я вот пока были неполадки, я немного вот выкопал тут камешка. Сейчас вот докопаю тут вот немного. Сейчас уже немножко. Так. Ну, уже почти докопал. Все докопал теперь. Теперь можно спокойно душой идти. Вот 5 стаков почти. Ну, давайте вот тут вот дорушим, чтобы уж совсем 5 было. Чтобы у нас было много такого красивого камешка. Только я не помню, где его надо готовить, в компрессоре или в мастераторе. Будем все же в компрессоре. Компрессор у нас пока еще не автоматический, поэтому нам придется немного тяжело. Все. Мне нужны ифриты, причем срочно. Так. Блин, ну правда, вот мне ифриты очень сильно нужны. Ну ифриты, ну пожалуйста, ну пожалуйста, ну пожалуйста, ну пожалуйста. Пожалуйста. Блин, я испугался, думаю, человек какой-то. Смотрите, отсюда правда смотрится, как человек какой-то. Блин, я честно испугался. Так, ну ладно, думаю, тут ифритов нет, но все равно тут надо поставить метку, по крайней мере, то, что тут башня. Назвать ее. Башня. Ня. Ну, будет понятно, надеюсь. Ну, я пойму. Надо сейчас куда-нибудь докопать. И сдохнуть, собственно. Это что-то не темно. По-моему, с обычным дефолтными текстурами тут темно бы было. Хотя, может, и нет. Все. Вот мы и дома.
Так, ночь, надо спать. Извините, пожалуйста. Просто он приболел такой. Сейчас пошел такой период, когда все, не знаю, болеют. Очень странный период. Что я здесь могу пожарить? Что-нибудь могу пожарить? Нет. Кажется, нет. Кажется, я и правда не могу ничего. Ну ладно. Зато здесь могу. Так, ну, в принципе, все. Больше я в этой серии ничего не хотел делать. В следующей серии мы начнем изучать Таункрафт. Третий. И, собственно, все остальные моды, которые есть, ну, которые присутствуют на данной сборке. Что это действительно весело. Всем это нравится. Особенно мне. Мне это больше всех нравится. Так, куда бы засунуть? Вот, все. Ну ладно. С вами был мистер Суслик. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, участвуйте в конкурсе на Avermedia, на всякие клевые штуки от Riser и там на лицензии Майнкрафта. Ссылка будет в описании. Всем удачи, всем пока.